Добрый день, друзья! Сегодня 24 ноября 2017 года. Игорь Жавский представляет. Я в городе Сюньфуньхэ на площади. На улице достаточно прохладно, ветер. А вот китайцы, видите, танцуют. Ничего им не страшно. Ни холод, ничего. Вот такое вот у них спортивно-развлекательное мероприятие вечером. Подойдем поближе. Вот у них колоночка стоит. И вот у них спортивно-музыкальный номер такой, разогревающий. Вот они и потанцевали. Пока, друзья, пока!